В новом году я обещаю увидеть Илона Маска вживую. Илон, я бегу за тобой, сука. Какой же офис нам нужен? Я вот вообще без понятия. Встретите Илона, говорите Кате, она вас поцелует. Please welcome Todd Howard and Elon Musk. Здорово, живой, ёпта, настоящий, посмотри, он с ножками и ручками, он двигается, ёп твою мамочки, я рад. Этот день я запомню надолго. Майка, настало твое время. Да, ее сначала надо найти. Итак, дубль 2. Настало твое время, Маечка. Илон Маск. Я иду за тобой. Правда, сегодня погода почему-то испортилась. Я не знаю почему, но это не помешает мне встрече с Илоном. Всем здорова, дорогие друзья! С вами я, Кирюха Варпач. И сегодня будет та самая долгожданная встреча с Илоном Маском. Там будет вообще презентация Тома Ховарда. Говарда. Это тот, кто создал Skyrim, который показывал Skyrim на все платформы, какие только можно. Там даже на Google Ассистенте, короче, есть этот Skyrim. И ходят слухи, что Илон Маск покажет на Тесле Skyrim. Если это будет так, это будет невероятная какая-то штукенция. Я надел специально майку Тесла, чтобы привлечь внимание Илона. Я поставил себе цель на 2019 год просто вживую увидеть Илона Маска. Вы знаете, насколько сильно я горю его идеями, насколько сильно я горю его машинами. И я надеюсь, эта встреча будет великолепна. А еще прямо сейчас я иду на Киберпанк 2077, эксклюзивный показ только для прессы. И после него сразу к Илону. Что за день может перебить этот великолепный день? Мне кажется, никакой. Киберпанк, Илон Маск, Skyrim, все в один день. Все очень круто. Я желаю вам приятного аппетита. Ставим лайки. И я надеюсь, сегодня все-таки у меня получится найти его. И я проберусь как-нибудь к нему и скажу: здорово, братан. Я тот чувак, который ездит на автопилоте в Сибири. Я дал тебе доступ к своей машине, а там есть такая галочка. И ты знаешь это. И я тот самый чувак, который ездит на автопилоте в Сибири. Всем приятного аппетита и всем приятного просмотра. А мы погнали на Киберпанк и Илона Маска. Вот, друзья, смотрите. 18 декабря 2018 года я сделал пост. Вот он, прям реально настоящий. Прям вот, ну вот, даже нажимается. В новом году я обещаю увидеть Илона Маска вживую. Сделать всех людей вокруг меня счастливее и накопить на новую Tesla Roadster. С первым я уверен, что я сегодня справлюсь. Со вторым сделать всех людей вокруг меня счастливее. С этим справляемся и стараемся это делать. Просто счастливить людей вокруг себя. И третье, накопить на новую Tesla Roadster. К сожалению, я этого еще не сделал. Потому что это, сука, безумно дорогой автомобиль, который будет стоить в России нифига не 16 миллионов, как объявлено, да, от самой Tesla. Она будет стоить порядка 22-26 миллионов рублей. Но это по моим подсчетам примерно. Примерно такая сумма должна получиться. Короче, это будет просто развал башки. Я уверен, что все эти три пункта я выполню за этот год. И ставьте тоже перед собой цели, друзья, и выполняйте. Делайте себя счастливее. И вокруг себя людей тоже. Тогда люди будут к вам тянуться, и вы будете самым счастливым человеком на свете. Примерно как я. Как вот эта счастливая морда, которая сегодня, сука, должна увидеть Илона Маска. Все, пора бежать, смотреть презентацию Киберпанка, а затем на Илона Маска. Пока. Ну, в смысле, пока. Ну, сейчас увидимся. Вот, прям сейчас. Ну что, ребята, здорово. Блин, я думал, что-то упало. Во, все, мы, короче, выдвигаемся на Киберпанк прямо сейчас. У нас есть один слот, куда даже Катю не пустят, как дополнительного помощника, да, для меня. И нам нужно срочно бежать вот в эту конференцию. Смотрим Киберпанк, потом сразу же сбегаю с Киберпанка, бегу в Колизей. Тут внутри просто есть сцена, Колизей называется. Бегу туда, и там Том Говард вместе с Илоном Маском. Все, нет времени объяснять, пойдем. Мы внутри, все, пора бежать. Сегодня последний день Е3. Все, что мы только успеем здесь сделать, приобрести, посмотреть. У нас есть всего один день на все это. Киберпанк. Где он, сука? Я понятия не имею, но надо найти. Надо найти Киберпанк. Обязательно. Я не знаю, где он. У меня нет карты для Киберпанка.
И какой же офис нам нужен? Я вот вообще без понятия. Итак, либо туда, либо туда. Не знаю почему, но мне кажется, что вон те желтые колонны, это то, что мне нужно, да. Да, мы пришли туда, куда нам нужно. Отлично. Теперь осталось посадить где-нибудь Катю. Кать, ты можешь просто сидеть в этом тоннеле. Смотри, он вообще чисто смотрит на то, что у тебя была медиа, походу, на входе. Это потому что здесь, там дальше стоит чувак, короче, вот там прям за боком. И говорит, типа, что покажи паспорт, чтобы зайти вовнутрь. Тебе нужно где-то потусить. В телефоне впишемся, Кать. Ну что, друзья, я внутри. Посмотрите, как много всего интересного. Но CD Projekt всегда умели удивлять тем, что они делают красивые локации. А это мы только на входе. Катя, Катя где-то там. Короче, вот здесь выходишь, входишь, и опять входишь в другой. Короче, все. О, все, я понял. Ну что, показали нам Киберпанк 2077. Вот здесь вот сидели, не разрешали ничего снимать, не фотографировать. Но поверьте мне, это было просто очень супер. Если вам будет реально интересно, напишите об этом в комментариях. Я могу отдельный ролик пересказать все, что нам показали. Потому что в прошлом году то, что нам показали, вы увидели только спустя один год. Тут, наверное, будет примерно то же самое. Объяснили, кем будет Киану Ривз, что мы будем делать. Показали диалоги, несколько примеров, как играть за стелс, за экшен, за хакера. Короче, будет реально очень интересно. Но сейчас нас ждет Илон, поэтому мне нужно быстрее сваливать отсюда, забирать какой-то подарок, потому что у меня спросили размер. Вот такую штуку мне дали, и здесь попросили написать размер. Я написал XL, потому что у них тут очень-очень маленькие американские размеры. Так что погнали. Ну а сейчас здесь нам отдадут заветные подарочки. Итак, встаем в очередь, и нам сейчас все отдадут. Короче, мы поговорили, он все-таки решил, что можно дать мне Эльку. Так, а где-то здесь Екатерина, вон она. Ну, короче, было круто, и мне дали суперский эксклюзивный жакет. Нет? Он очень крутой. А кепка? А? А кепка? Кепки я две взял. Я, короче, скоммуниздил на самом ходу. Катя молодец, пока я смотрел на Киберпанк, она умудрилась найти, где найти Илона Маска. Все, мы бежим. Вот он, Коллизиум 2019, вот он. Вот он. Ну-ка, где ты? Мы сейчас здесь, мы уходим. Через главное лобби выходим наружу. Так, подожди. Я примерно понял. Спускаемся... А, поднимаемся по эскалатору или спускаемся. Все, это очень далеко. Туда 10 минут бежать. Илон, сука, я бегу за тобой. Это реально очень далеко. Это где Microsoft театр, это где мы на Microsoft были. Я найду его. Я знаю, где это. Все, идем. Мы прям, короче, бежим в этот театр. Обязательно. Обязательно я должен его увидеть. Илон, я бегу за тобой. Сука. Мы, кстати, почти прибежали. Вот он, мы нашли его. Я нашел его, все. Мы идем наверх. И, кстати, круто выглядит Twitch. Но это чисто вам так, на засыпочку. Илон, Варбач из Сибири идет за тобой. Я даже по эскаватору пешком, сука, пойду. Я иду за тобой. Ты не уйдешь отсюда без меня. Они проверяют бейджик, мы все проходим, все отлично, все. Я рот ваш колотил, где Итан? Где Илон? Цветочки, здравствуйте. Так, все, бери в руки камеру, я буду орать. Я должен видеть его ближе, чем все остальные. А, типа нельзя у прохода стоять. Кать, вставай сюда, протискивайся. Can you scoot over behind the white line? Okay. Who also happens to be a big gamer. So without further ado, please welcome Todd Howard and Elon Musk. Здорово, живой, ёпта, настоящий, посмотри, он с ножками и ручками, он двигается. Ёп твою мамочки, я рад. Welcome to E3. How are you? Great to have you guys. So I think when we announced this, the biggest question everyone had was, do these guys know each other? Why are they together? You guys are friends, right? Yeah. Вы в курсе, что я только что увидел настоящего Илона Маска? Настоящего. So it won't have that many games on it at any one time, but it will just be like, okay, what do people really enjoy playing? And that might be a good way to pass time. So awesome. All right, let's take a look at games on test. Серьезно? Вот Cuphead вышло.
Ёб твою мать. Показывают игры на тесте. Вы просто верите в это, нет? Прям с геймпада. That's not all. We got a second one too, right? Yeah, we've got a racing game that you can either play single player or two player. So. All right, game two. Check it out. Прям на руле. Прям на руле. Я его обожаю еще больше. Ты прикинь, они аркадные игры вот так спокойно добавляют. А что туда можно потом клепать? Это же вообще пи***. The steering wheel, I wasn't prepared for that. That's pretty cool. Yeah, I mean, if you have a racing game and you have a steering wheel, like steering right there. Просто представляете игры прямо на Тесле. Это просто что-то невероятное. And I think we probably have maybe the scroll wheel. Я что-то тебя слышал хорошо. Ну не достоялся я до него, не достоялся. Он ушел, забрали его, забрали Илона. Я просто сквозь охранника пробежал, он мне три раза сказал: нельзя проходить. Я такой: окей, окей. Он такой: нельзя. Я такой: хорошо, хорошо. И я просто пробежал, короче. Ой, какая жесть. Слушай, ну можно попробовать найти его снаружи. Но главное, мое сердечко бьется еще быстрее, когда я его вижу. Это великий человек. Это великий, сука, человек. Мне кажется, ради Тома Холланда никто сюда не пришел. Говарда. Все пришли ради Илона. Пойдем попробуем снаружи его найти. Мы же знаем, как подписчики ищут ютуберов. Также ютубер найдет его маску. Ну, в принципе, вы сами все видели. Сейчас я пройду сквозь всю эту толпу, найду место, где можно присесть, и расскажу вам интересную историю о маленьком Кирилле Варпаче, который из Сибири смог приехать в Лос-Анджелес и выполнить свои мечты. Я надеюсь, это вас смотивирует, и вы будете еще лучше после просмотра этого ролика. Ну что, начнем. Хочу рассказать вам небольшую историю о том, как маленький Кирилл Варпач мечтал побывать в Лос-Анджелесе, у него ничего в жизни не получалось. И самое главное правило, которое вы должны уяснить за этот ролик, все в ваших руках, мать его. Понимаете, все будут, когда вы будете чем-то заниматься, тем, что вам действительно нравится, все будут говорить вам что-то против. Ты сделал не так, ты делаешь не то, но они должны проходить так, как люди, которые проходят сзади меня. Ты не должен обращать на них внимание, абсолютно. То есть они просто проходящие люди. Ну, возможно, самое сложное вам будет перебороть то, что когда вам родные будут говорить, что за херней ты занимаешься, почему ты не идешь на нормальную работу, или почему ты занимаешься именно этим. Если ты действительно горишь своей идеей, братан, то иди до конца. Вот я тебе наглядный пример. 5 лет назад я был абсолютно никем, который находился, чувак, в городе Новокузнецке, в Сибири, который ничего не имел. Спустя 5 лет ты видишь, как моя жизнь поменялась. Просто я приложил немножечко усилия, немножечко терпения, совместил все это и пошел к своей цели. Лос-Анджелес выполняет мои мечты. Пару лет назад я увиделся впервые с Кодзимой. Это была реально моя мечта. Я горел его играми. Теперь я очень сильно горел Илоном Маском. Я захотел, я встретился с ним. Также с каналом YouTube. Также с девушкой, которая есть у меня.
также абсолютно со всем, что я, к чему я прикасаюсь. Всегда иди до конца. Надеюсь, тебя это, братишка, мотивирует. Обязательно. Никогда не бросай свое любимое дело. Всегда. Всегда нужно идти. И бороться. Это будет сложно. Но зато, когда ты придешь к финишу, ты кайфанешь. Вот как я сегодня. Вы видели, как я кайфовал? Я вообще безумно кайфовал. Я просто бросил все. Мне нельзя было проходить мимо охранников. Я говорю, да-да, я пройду, братан. Он меня держит. Я прохожу просто вообще мимо него, чтобы быть поближе к Илону Маску. Но свою мечту на 2019 год я выполнил. Встретить Илона Маска вживую. И я безумно счастлив. И также мое второе желание было, чтобы все люди вокруг меня были такими же счастливыми. И это я тоже исполняю. Всем огромный респект. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Я хотел просто осветить событие, что вот так я повстречался с Илоном. Это было круто. Вот так всегда. Не знаю, как закончить. Кажется, что я не все сказал. Потом, когда буду пересматривать этот ролик, пойму, что что-то недосказал. Ну и хер с ним. Все мы люди, все мы делаем ошибки. Но те, кто против вас, пропускайте их, как вот просто люди, которые проходят сзади. У тебя все получится, братишка или сестричка. Просто иди к своей мечте. Ты такой же, как и я. Только намного, намного лучше. Знай это и помни. И я уверен, что у тебя получится. Просто подними свою жопу с кресла, с дивана, с пола и просто начни действовать. У тебя получится. Не важно, чем ты хочешь заниматься. Главное, чтобы тебе это нравилось. Я встретил Илона, сука! Я встретил Илона! Вы понимаете? Цветочки, я встретил Илона! Вы в курсе, да? Им, конечно же, абсолютно пофигу. Но я сегодня повстречал Илона Маска, настоящего. Понимаете, я ставлю себе какие-то цели и просто выполняю их. Тоже делайте и вы. Все. Больше ни хрена не скажу, вы все поняли. Вы же у меня умные. Всем удачи, всем спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, он вам понравился. Всегда оставайтесь на позитиве, не грустите. Выполняйте свои мечты и будьте счастливы. Посмотрите здесь, как круто. Йоу. Очень круто. Ну прям супер, ну реально супер. Сука, Илон уже уехал, пока я базарил сидел. Ну и пофигу, я его увидел. Она меня поцеловала, потому что я Илона встретил. Встретите Илона, говорите Кате, она вас поцелует. Я очень хотел полезть к Илону Маску, но не смог в связи с своей профессиональной этикой и пониманием того, что когда ко мне иногда люди бывают слишком нагло лезут. Я понимаю, что это некрасиво. И я понимаю, что мы еще не раз встретимся.